строятся российско-американские отношения после выборов, это прежде всего зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят, не надо. Сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне, и заявление подобного рода открыто.